блин, я поздно запись включил. Это было бы эпично. Вот, шифта нажала, и там ты меня выбираешь и присоединиться к игре. Чего? Ладно. Левой кнопочкой мыши. Ну не так, давай, нормально. Меня где тебя? А, друзья? Да. Во, вижу. Присоединиться. Так, присоединиться к игре. Класс, да? Класс. Ну, пока ничего не... Так, а мне надо посмотреть. У тебя уже газета появилась с динозаврами? Ну да. Вот, можешь читать, смотри, они реальные нацистские динозавры, они их что-то там вырастили, и мы пытаемся их остановить. А Гитлер там будет? Я хочу за Гитлера играть. Там будет большой тираннозавр, и ты... Я хочу за Гитлера. Почему тебя так возбуждает Гитлер? С чего ты меня возбуждаешь? Потому что у него усики, да, не как у меня? Нет, потому что он тиран. А я тиран, я не тиран, я велоцираптор, походу. Так. За красных заходи. Так, за красных. За немцев, да, за немцев. Ну, конечно, ты за немцев зайдешь. Смотри, я тебя вижу. Нет, нет, нет. Так, а... да погоди ты, ты чё какой кипишный? Я не кипишный, я динозавр. Динозавр, о, я плеваться. Я летающий динозавр, слушай, я летающий динозавр. Я крутой летающий. Так, ой, а чё дальше? Что такое? Давай. А, тут можно выбрать за какого-то... Рандом, рандом, выбирай, чтобы ты всегда был разный. Так будет весело. Ой, так, а какие кнопки? Смотри, 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 это я, я такой тоже маленький динозавр. Ой, я могу бегать. На пробел, один раз нажимаешь на пробел, второй раз на пробел, ты летишь. А разрыв есть? Нет, есть разлет. О, какой разлет еще? Разлет есть. На правую кнопку, А я, как я выгляжу со стороны? Я тебе потом покажу, ты очень красотка такая, динозавр. Это красявичные крылья от дочери Габбана. Значит, я только это могу. Погоди, стой. Иди ко мне. Коса какая-то дикая. Иди ко мне. Я в тебя плюнул. Ой, ты какой-то. Ты петух. Сама ты петух. Ты себя видел. Ты такой же петух, что ты гонишь? Я динозавр! Ага, я так же думал, пока ты мне сказал, что я петух. Ой, я смотри какой-то штукой. Ну, мы с тобой... Наверное, у меня ядовитая слюна. Мы с тобой два... Слушай, тебя... все как в жизни прям. У тебя язык ядовит, а не слюна, блин, судя по всему. Это язык зеленый длинный такой? Нет, это оно. Он плюется. Знаешь что, иди к американцам и всех петухами обзывай, они все сдохнут сразу. Таких американцев, это немцы. Ты за немцев играешь. Я за... Какой немцев ты гонишь-то? Ты ж сама Гитлером хотела быть. Ты ж сказал, его там нет, и я динозавр. Единственный способ попасть к Гитлеру, это вот через динозавра. Не через поселье, через динозавра. Через петуха. Так, давай с собой не будем сравнивать. Может, ты там все через постель делаешь? Ну что он в постели сказал через динозавра? Какая постель? Ты что? Вон там динозавр, дракон бежит большой! Жри его, жри! Жри, большой дракон! Большой дракон с пушками! Жри его! Да, почему у меня? Я хочу автомат! Я хочу дробовик! Какой автомат? Жри его! Я дробовики люблю! Да жри его, он большой! Я его убил! Чё, зачем ты его убил? Он наш! Какой он наш? Он хер с горы! Он тоже динозавр! Ну он вражеский, понимаешь? Люди же тоже не все хорошие. Так я думаю, раса против расы как-то. Нет, тут всех надо мочить. Так, а чё он за... Пойдём за мной, всё в дом. Погоди, я тут разобрался. Накраситься, да? Накрасим, давай, ага. Я тебя сейчас сама накрашу. Бровки, глазки, что там идут? Реснички. Реснички, все дела. Пойдём флаг захватим. Как это девушки делают. То есть, вытерут себе все брови, а потом их рисуют карандашом. Вот ну это да. Вообще круто. Я понял. Динозавры не вот так я делают. Я тебе то же самое сделаю, если ты продолжишь в таком же тоне со мной разговаривать. Почему? Нет, Энфрису не понравился. Давай, я его с кошкой сравнил. Тебе понравился себя, я тебя с кошкой сравнил. С какой кошкой? Ну просто с кошкой, со среднестатистической кошкой. Так, а что здесь? Смотри, чуть такое. А сюда, я, видимо, думаю, надо нассать. На С нажми. Нет, на В, на АХ, на Х нажми. Надо ссать фонтан. О! Давай, мы захватываем фонтан, сам в него. Мы захватываем так фонтан? Да, мы так захватываем фонтан. Ты это придумал? Больная фонтан.
фантазии, я на него что-то запрыгнуть не могу. Причем больная фантазия моя. Пойдем дальше, мне кажется, мы не то делаем. Вот все, мы сделали, что надо было. Да, пойдем дальше в дом и наверх. Пойдем за мной. Пойдем на. Я не вижу, где ты, ёлки-палки. Я у фонтана, давай, к фонтану вернись, я вот сейчас тебя веду к победе. Ничего, тротара, вы... нет. Ой-ой-ой, назад, я тебя вижу. Назад, пойдем за мной. Пойдем. Ой, меня кто-то. У меня кровища по всему экрану. Ну это походу те дни, это понятно, да. Ну это ладно. Тебя что ли? Ты что меня забрызгал, офигел? Итак, победим. Мы так победим? Да, мы так победим. Мы... Ну, нет. Вот, смотри, давай. Сына флаг. Господи, ужас какой. Так, надо подойти, прицелиться. Вот. Блин, я тоже какой-то... Все, мы захватили, мы все, обоссали его конкретно. Давай, дальше. Что у нас еще, смотри. На буковку С, на буковку С давай. На А, да, на буковку А. Давай на А, он что-то голубенький. На Shift, кстати, быстрее бежать, В курсе? О, ништяк. Давай, сын здесь. И я, по-моему, тебе на ботинки. Отойди, маленький. Ой, там что-то написали, я что-то... Мы что-то сделали. Мы захватили флаг, все. На С теперь? Тут человек за бортом! О, вали его! Я кролика ем. У меня даже достижение открылось какое-то. Класс. Я, а представляешь, он бросил кролика, и я его съел. Он вообще офигел, он даже не ожидал такого напора. Он офигел. Ну, конечно, два сущих. Я его прям когтищами. Нет, ты понимаешь, два сущих динозавра, это никто не ожидает, мне кажется. Вот, класс, все, да, захватывает флаг, ага. Ой, газетка, тут Сталин. Ну, выиграли. Какой-то Сталин, это Рейнин какой-то, или какой-то. Какой, ты чё? По-моему, это Сталин. Это точно не Сталин. А, кстати, мы тут одного чувака. Блин, вот ему не повезло. Ой, я динозавр, я дракон. Я дракон большой. Та-ра-та-та-та, I'm Slenderman. Ну капец. Вот не надо было никого добавлять. По-моему, я убил человека. Как я теперь жить с этим буду? Ты мне игру свернул и теперь не разворачивай. А я тебе и так свернул. Тем, что добавил скайп кого-то. О-о-о. Ага. Если холодно зимой, покупай ты пуховик. Если денег дохуя, покупай ты пуховик. Он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись.